Здравствуйте, дорогие друзья! Мы приближаемся к замечательному событию. 1 октября начинается фестиваль, музыкальный фестиваль, фестиваль в Самаре «Самарская осень». И этот фестиваль, он особенный тем, что в нем прозвучат два великих имени российских композиторов советского периода. Это Прокофьев, которому исполняется 125 лет. Ему будет посвящен концерт 1 октября, в котором у нас принимает участие лауреат первой премии конкурса Чайковского, последнего конкурса, золотой медалист Дмитрий Маслеев. Это уже сегодня, можно сказать, выдающийся музыкант. И он исполнит третий концерт Прокофьева, концерт, с которым он победил на конкурсе Чайковского. А симфонический оркестр сыграет для вас уникальную третью симфонию Прокофьева, которая написана на темы его оперы «Огненный ангел». Опера долго не исполнялась, и Сергей Сергеевич решил на темы оперы написать симфонию. Это такая мистическая экспрессионистская музыка. Я думаю, что для многих это будет открытием. Она редко исполняется, очень трудная для исполнения, но мы постараемся с ней справиться. А 22 октября концертом, посвященным 110-летию Шостаковича, оркестр Самарской филармонии закрывает фестиваль «Самарская осень». И этот концерт тоже посвящен юбилею величайшего композитора современности Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, где мы исполним его пятую симфонию, написанную в 1937 году, и не случайно написанную в 1937 году. Я думаю, что для большинства из вас понятно, что это за годы, и вы в музыке Шостаковича услышите отголосок тех переживаний, тех страданий и боли, которые прожил наш народ. Ну и, наконец, конечно, одним из ярких событий приезд Андрея Баранова, лауреата первой премии конкурса Елизаветы, королевы Елизаветы Бельгийской. Мы будем с вами слушать игру лауреатов первых премий самых престижных конкурсов в мире, конкурс Чайковского и конкурса Елизаветы Бельгийской. Мы вас приглашаем на эти концерты. Это, конечно, я думаю, концерты начинают наш сезон и начинают его достаточно ярко. Приходите, и вы сами убедитесь. Мы вас ждем.